они всю инфу. Ви, это Кристиан Вейлан. Он нам помогает. Ну, знаем мы, сколько у них оружия. Да хуя! А толку-то, если непонятно, сколько у нас их мешает. Сидит в этом бункере? Готово? По дороге поговорим. Ладно. У нас зато есть шар. Хорошо. Ты-то поедешь с нами? Этому надо подготовить. Я свое дело сделал. Короче, смотри. Не веришь, что ты не хочешь посмотреть на дохлого смешера. Хочу, конечно. Только не вблизи. А то ты понимаешь, эта сволочь любит воскресать из мертвых. Ага. Настоящая сволочь всегда найдет способ. Поедем. Поехали. Удачи там. Какой баланс. Что закажешь? Ты сегодня будешь? Не знаю. Ужин можешь не греть. А с чем там тебе помог Уэйланд? Он выяснял, застанем мы Грейсона дома или нет. То есть мы знаем, где его искать. У меня для тебя подарочек. Ну-ка, примерь. Это куртка Джонни? Фух, ты точно нас не перепутаешь, если я ее надену? Абсолютно точно. Расслабься. Копия. Сшита по заказу. Его куртка, наверное, уже давно рассыпалась в пыль. Спасибо. Залезай. Ну, хоть выглядишь теперь прилично. Джонни говорил обо мне? Вы же с ним все время болтаете. Говорил, что ты лучше всех. До сих пор. Лучше всех? Сколько же за это пришлось заплатить? Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет. Просто не хочу, чтобы Джонни тобой манипулировал. Это же он одержим Смешером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Странно, что вы со Смешером не пересеклись раньше. Я о нем слышала. Время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей. Ясно. Хорошо тебя понимаю. Что ж, потом обсудим. Наверное. Думаю, они больше болтать не будут. Можно пропустить поездку. Все, дальше пойдем пешком. Может, нам повезет. Уберем и Грейсона, и Смешера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. И какой у нас план? Уэйланд видел Грейсона где-то рядом с портом. С ним был еще кто-то. Смешер. Надеюсь. Надо добраться до терминала мальстрёмовцев. Там должны быть данные о Смешере. Нам туда, на главный склад. Бестия, откуда ты можешь знать, где у мальстрёма тут терминал? Я сама делала закупку. Это Афина Д3, внешняя база данных. Не знала, что ты работала на Мальстрём.
Я работаю на всех, только на своих условиях. А я многое пропустил за эти 50 лет. Ладно, готова? Давай начинать. Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. И что мы столько времени будем делать? Ждать и смотреть. Окей, можно начинать. Мальстрём охраняет доки. Будешь меня прикрывать. Давай, пошли. Она психует. Есть идея. Прикрывай ее на всякий случай. Выжди немного и иди за мной. Еще раз. Подобраться к терминалу. Так, длительность 0-0. Время отправки 1,5 взломает модуль распознавания, маскируя вас как союзника. За дверью. Не, она и так знает, где его искать. Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уёбка. Видимо, они где-то на корабле. Осталось только это проверить.
сейчас направо. Ну, потому что не смог. Дело. Прижалась к стеночке. Стреляй его еще. А, он ее не видит. Вот и он. Эбуники. Выглядит не очень. Смотри, будет еще хуже. Идем. Что Смашер устроил тут логово. Окей. Зачем ты вообще согласилась? Хочу свести счеты. Отомстить за Джонни? Нет. Лежит себе и ждет, пока его поделят на дозы и выкинут на улицы. Гляди, даже наклейка есть. Добавки. Это одержимое. Разведчик. Круто! Их сейчас найдут. Кто-то был. А, обнаружен враг. Вот так! Отлично! Так его не убить. Рейс, охранник. Блин, ты это слышишь? Пора. Да. Какой Грейсон? Этот говнорез побит меня и
подойди! Это, кажется, не твое. Грейсон. Привет, бестия. Мы, получается, играем теперь за разные команды. Но не то, чтобы я удивлялся. Ты у нас любишь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смешер? А вы знакомы? Все знают бестию. Она просто живая легенда. Ты никогда не думала, как бестия пережила это нападение на башне? И почему никого не отправили ее выслеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. Настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылизать ради... Что он хочет сказать? Он пытается тебя отвлечь. Думает, у него есть шанс выкрутиться. Где сейчас Смешер? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в хер не сралась. Я остался тут только что закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смешера вам теперь не достать. Как высоко не прыгайте. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Ты отведешь нас к Смешеру, урод. Даже если б я захотел. Он не настолько мне доверяет. Эй, слушай. А чем тебе так интересен Смешер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд? А что ты хочешь знать? У тебя была пушка Сильверхенда. А ты тоже фанатка? Смешер тебе ее отдал? Ага. Награда за выполнение особого поручения. Смешер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанатка? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах по трассе 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Добивай. Ви, давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонница, да? У меня есть кое-что. Он заслуживает смерти. Убить его? Да! В смысле... Делай, как считаешь нужно. Смешеру досталось кое-что от Джонни. Могу отдать тебе. Только отпусти меня. Откуда у Смешера оказались вещи Джонни? Он говорил, что Сабура Арасака приказал ему избавиться от тела и всякого барахла. Адам продал все. Кроме Малориана и этого. Тебе сегодня повезло, тварь. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там, в контейнере, на этом гиганте. А что внутри? Сама увидишь. У меня в кармане ключ-карта. Забирай. Хрена. Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли, никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Ну, кое-что мы узнали. Ага.
что они бросили тело Джонни на свалку, как мусор. Смешер... Блять! Заткнись! Смешер тут ни при чем! Он просто верхушка гребаного айсберга! Даже если мы его прикончим, что это изменит? Я пошла, тут больше делать нечего. Тебе не интересно, что там? Мне пора. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно, поищем контрольную панель. Так, у нас теперь пушка Сильверхенда. Что по урону? Так, ну неплохо. А с револьвером больше урона наносит, 168. Перемодификация. Улучшить его, наверное, тоже можно. А улучшить можно. Пока не будем. Знаю, что это. Какая-нибудь машина. Ну-ка, что тут? Ты так показывал какая-то. Снимай эту тряпку. Ну-ка. Моя тачка. Садись, даже разрешу тебе везти. Так, транспортное средство приобретено. Рычит, как тигрица. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою бренную жопу. Так, там ничего больше не было. Не думала, что у вас с бестией все было настолько серьезно. Еще бы не серьезно. Каждый раз, когда мы встречались, кто-то умирал. Очень романтично. И главное, в твоем стиле. Все время что-то происходило. У нее были заказы, у меня концерты. Так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя, однажды я попробовал сводить ее в кино. И что? И ничего не вышло. Как всегда. Выкинули на свалку. Так, тут еще где-то.
здесь вообще ничего нет. Так, секунду. Мы, конечно, может, сейчас здесь будем перемещаться. Но пока вижу. Чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами посыпят? Да нет, не знаю, знака. Хотя бы чего-нибудь. Тебе правда нужны эти бессмысленные знаки? Видимо, да. Я думал, я почувствую, что кончился какой-то этап. Что я попрощаюсь с прежним Джонни и... начну все сначала. А что ты чувствуешь сейчас? Словно меня никогда и не было. Или словно я опять сижу в Микоши. Сейчас мы это исправим. Так лучше? Если бы ты реально была моя могила, что бы ты написала? Здесь лежит Джонни Сильверхенд. Человек, который спас меня. Ви, ты не представляешь, как я хочу, чтобы так и было. Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Это тоже проебал. Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказалась моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. Жаль, мы не поговорили об этом с самого начала. Было бы легче. Да я все никак не мог выкроить время. Помнишь, ты проснулась у Виктора, когда еще не знала обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакалась Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурила, и жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. До сих пор чувствуешь, что задыхаешься? Нет. Не скажу, что стало лучше, просто по-другому. Иногда, когда я просыпаюсь, мне кажется, что я вернулся. Как это? Вернулся? Ну, что тело теперь мое насовсем, что я свободен. Но через секунду накатывает чувство утраты, будто я потерял что-то важное. Потом я понимаю, что ты здесь, никуда не исчезала. И сразу чувствую какое-то глупое облегчение. У меня бывают такие же сны. Будто ты не умирал, и я
это ты. Не то чтобы я думаю, а что сделал бы Джонни, просто делаю что-то и чувствую себя круто. Понимаешь? Как будто наконец нашла свое место в этом мире. Наверное, это плохой знак. Нам надо что-то с этим делать. И поскорее. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Да ладно, ты уже начал. Это правда. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей, спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты опять должна передать мне контроль. Ага, я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило? Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. Задание выполнено. Осталась надпись. Новое задание. Старая драма. Звонить Бесте и пригласить ее на свидание. Окей. Так, реанимация, в принципе, не к спеху. Джонни хочет пригласить тебя на свидание. Что скажешь? Точно, Джонни? Не ты? Джонни, ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь. Ладно. А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Нортоуке. Идет. Я заеду за тобой в посмертие. Собирайся. Так, заехать за Бести. Кстати, я забыла сказать, забеги ко мне лучше вечером, сейчас я занята. Окей, значит, сегодня вечером в посмертие. До встречи. Так, ну уже вечер. Так, мы теперь можем вызвать... Турбо 911. Заносит, правда, ее. Очень-очень. Но зато быстро. Далеко мы не проехали. Так, вижу посмертие.